разверзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Блогер, стример. Да не, а откуда будете, если не секрет? А ну из Харькова. Из Харькова, да? Ну поздно это. Для кого поздно, для кого нет. Есть такое понятие, как часовые пояса. Ну раз из Харькова, вот такой к вам вопрос. Смотрите, если вы часовой пояс, вы же походу не с Украины, да? Ну походу не с Украины, да. Откуда, да? Торонто. Торонто. Слыхали? Канада. Ну, да, Канада, славянный край, так далее, так далее. Ну да, так вот, где-то 2 года назад была движуха в Фейсбуке о переименовании Московского проспекта. Потом она заглохла. Ну как вы думаете, в принципе, Московский проспект стоит переименовывать или нет? Честно, я не думал об этом. Ну вот сейчас, навскидку, можете, так сказать, чисто вот... Не, даже не осмысленно, а вот по наитию души сказать, да или нет? Ну, нет причины во время. Не, ну причина как раз есть, он не соответствует географии. Я считаю, что Московским проспектом нужно назвать северную часть Сумской от парка и южную часть Белгородского шоссе. Тогда это будет соответствовать... Там Белгородское шоссе. Ну вот. Белгородское шоссе приходит в улицу Сумскую. Ну правильно, вот... Вот нужно... Тоже неправильно стоит. Нет. Вот если я бы Сумскую назвал, вот есть Полтавский шкаф у нас в Харькове, я бы назвал ее Сумской. Ну вот да. Сумская уже есть. А, это историческое название. Ну я вас, я мысль понял, и вы абсолютно правильно мыслите, да. Я просто вам, так сказать, подкинул одну мысль, а вы отреагировали абсолютно логично, что это историческое название. Я не спорю, да, действительно, до большевиков называлась Московская улица. А знаете, когда... Ну, да. Ну, молодец, молодец, Яша. А знаете, когда большевиков назывался вокзал Харьков-Левада? Я без понятия. Интересно вам? Я вам скажу, как он назывался. Скажите. Назывался Северодонской вокзал. Ну, возможно, ну, Левада... Ну, сейчас Левада называют. Ну, сейчас Левада. Я же вам говорю, как он до большевиков назывался. Большевики назвали его Левада. А в честь чего Левада назвали? Ну, они ж вообще, они должны были какой-то ближе к украинскому названию подсунуть, потому что они ж засунули по Брестскому миру Харьков в Украину, должны были что-то как-то вот немножко украинизировать, я так понимаю, их действия. Левада — это ж украинское слово, в принципе. Левада? Ну, Левада — это лук. Ну вот, по-русски лук, да, по-украински левада. Ну, я не знаю, тут наоборот не украинизировали, то есть русифицировали скорее. Больше, чем кто? Украинизировали. Когда? Нет, русифицировали. Когда русифицировали? По-вашему? Как всегда. Как всегда. Это... Ну, это... Харьков в Украине не был до большевиков. Это все нужно сказать, там, Ростов русифицировать. А сначала, когда большевики включили Харьков в УНР, потом в СССР в 22-м году, как раз они его очень сильно украинизировали до 31-го года. А потом, только пошла обратка, уже после войны. Смотрите, дайте я вам скажу. Давайте. Я думаю, что Харьков, сам город, на русском разговариваю. Вокруг Харькова все поселки, все от Харькова километров 5 выезжаешь, и все размножают на Украине. Ну вы меня не учите, что все. Не все, а процентов 60-50. Не 60, 90%. Ну вы имеете только поселки, не считая городов, да? Вот, допустим, город Блаклея. Москва с утром отправляется с первого. Куда? Проспал! Скорый поезд номер 12 Москва с утром отправляется с первого пути.
скорый поезд номер 22 отправляется 7-го пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68 Харьков-Краснодар отправляется с 5-го пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар отправляется с 5-го пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это 7-й. Объект со станции Харьков ушел. Торжонов и Фалага на свет и приволок. Подколотый, подшитый материал. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная!